фаршированные томаты – вкусное блюдо, которое подойдет и для праздничного стола, и для будничного. Блюдо очень простое в приготовлении, но внешний вид и вкус у него более чем изысканные. Попробуйте. Рецепт, как приготовить фаршированные томаты «Сеньор Помидор», только на первый взгляд кажется сложным. На самом же деле это даже проще, чем приготовить голубцы, но это блюдо, уверена, станет вашим фаворитом, и вы будете его готовить очень часто, тем более, что это блюдо не летнее. Помидоры есть в продаже круглый год. Конечно, зимой они менее вкусные, чем летом, но для фарширования сгодятся. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты. В этот раз фарш я использовала покупной свиноговяжий. В помидорах срежьте верхушки и выньте мякоть, чтобы получились чашечки. Мякоть не спешите выбрасывать, она нам понадобится. В каждую помидорную чашечку насыпьте по щепотке сахара. Лук мелко порубите ножом, чеснок можно пропустить через пресс, а можно также мелко порубить. В растительном масле сначала обжарьте лук и чеснок до мягкости, а затем добавьте фарш и обжарьте несколько минут, часто помешивая. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Затем добавьте в сковороду рис, сырой, томатную пасту и мякоть помидоров, слегка посолите и поперчите. Готовьте, время от времени помешивая, чтобы получилась рассыпчатая масса, 15-20 минут. Смешайте подготовленную мясную начинку с мелко порубленной зеленью, укропом, петрушкой, мятой, полученной смесью нафаршируйте помидоры. Помидоры поставьте в форму для запекания, накройте шляпками, которые мы срезали в начале. В форму налейте 3 столовые ложки воды и отправьте в духовку на 35 минут. Температура 180 градусов. Фаршированные томаты готовы, подавайте горячими и кушайте с удовольствием. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Помидоры 5 штук. Сахар 1 чайная ложка. Лук 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Фарш 200 грамм. Корица молотая 1/2 чайных ложки. Томатная паста 2 столовые ложки. Рис 50 грамм. Бульон 100 мл. Укроп 1 чайная ложка. Петрушка по вкусу. Мята по вкусу. Растительное масло 2 столовые ложки. Количество порций 5. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания.